Ребята, всем доброе утро сегодня, 13 декабря, воскресенье. Я не помню, по-моему, 7 с чем-то часов меня разбудили, сказали, на улице снег лежит. Я еще его не видела, но сейчас я буду показать свою реакцию на него. Итак, я вижу вся белая, господи. Горлом, господи. Ва, круто! Снег идет. Снег. Какие хлопья. Обалдеть. Уже растаял. Блин, рука горячая. Ва! Круто. Все, едем на рельсы. Всем привет! Я сейчас чищу зубы, а потом поеду на рельсы, где были Ванзан, снимали клип «Время газель». Все, мне осталось накраситься, и можно... А, еще одеться, и можно выезжать. Ну все, мейк готов. Вот так это выглядит непривычно как-то, что я очень-очень редко крашусь. Вот, теперь одеваться, собираться и гадя. Вот такой лук будет еще сверху. Ну, какая-нибудь куртка, а еще джинсовка. Вот, и так поеду фоткаться. Прическу пока оставлю, пофоткаю с косичками. А потом расплету и сделаю или гульку, или хвостик. И с распущенным тоже надо будет пофоткаться. Все-таки снег один раз. Да, в Корее один раз. Очень мало. Я его 2 года ждала. 2 года. Ну, я готова. Собрала свои чемоданы. И уже выхожу. Почему чемоданы? Потому что у меня тут... Пакет, палка, сумка. Там уже дорога начинает таять. Плохо видно, сейчас на улице выйду. Вот, довольно-таки холодно. Но я сейчас поеду на рельсы, где Вантаны снимали клип Spring Day, где Тэхён появился. Холодно. С шапкой он приложил голову к рельсам. Я хочу снять такое же видео. Блин, а снег уже начал таять. Вообще не айс. Потому что температура плюсовая. Ну вот, все, двинули. Едем на рельсы. Уху. Ва. Он лепится. To do when all I can is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. Talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now.
Ильон, это по-корейски. Сколько тут машин. Блин, там, наверное, уже натоптали. Конечно, снег выпал, все, типа, приезжают сюда. Слушай, мы приехали. Тут так круто. Блин, а там открыто, открыто. Наверное, там уже много народу побывало. И снег подтаял. Скользко. Вау, тут есть люди. Круто. Их нельзя снимать. Уже везде налапали. Тут много народу было. Класс. Идем погуляем, там вон какой-то дядечка что-то снимает странное. И там сзади люди тоже фоткаются. И мы сейчас подождем очередь и тоже будем фоткаться. Вот она старая. Карайл. Ильон. Ильон. Была в ту сторону Чанхын. А другая Пекче. Классно. Там люди стоят, и мамка тоже снимает. Круть! Круть! Фоточки. Не, ну тут есть следы, но уже везде облапали все. Кстати, когда Бантан снимали, вообще много было снега, и он руками на рельсы голову положил. Вообще круто. И меня тоже заснимешь. Фоточки. Пойдем в лес туда, далеко. А что, там тоже классно на рельсах пофоткаться. Ой, тут точно никто не ходил. Или какая-то цыпа. Или собачка пробежалась. Круто. А я видела, у меня что-то там растрепалось, волоса. Резинка потерялась, нет? Нет. Просто растрепалась. Надо распуститься. Я сейчас буду фоткаться. Будет много фоточек. Заходите ко мне в Инстаграм. Там будут все фоточки. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Вот. Вау, там какие красивые горы. Горы, горы. Отсюда, наверное, не видно. Сейчас с другой стороны. Горы, горы. Видно горы? Кайф. А нифига не идет. Если с утра бы приехали, тут было бы еще пушистее. Не ворчи. Сама не ворчи, ты 3 года собиралась. Поспать. Я тоже планировала поспать. Ты меня в 7 часов разбудила. Там тоже горы, из-за тумана плохо видно. Еще раз.
холодно очень. Я, кстати, покрасилась. Видно на видео. Снежок упал. Как холодно, черт возьми. Надо валить отсюда. Бррр. Приехали на другую локацию. Здесь такой мостик большой и водичка. Класс! Пойдем быстрее идем! Посмотрит вниз. Да не надо комментировать. Там водичка с камушками. Классно, как Мариш смотрит. Смотри, не урони. А что, долго что ли? А там, а что? Куда сначала пошли? Ручка. Ты что так бегаешь? Он так трясется, блин. Что, трясется? Да. Ходуном ходит. Петухи орут! Петухов снимай! А где они? Там, а где-то. Давай я. Давай я тебя поснимаю. Надо пофоткаться. Кайфово здесь. Ага. О, слышишь, петух? Кокорику! Все дальше. Вот, давай стану тут, меня сфоткаешь. Слышишь, петух орёт. Ходил. Слепить снеговика, что ли?
чате. Поменьше. Та-дам! А где взять руки? Глаз нету. И рта нету. Так, а стоп. Больше на брови похож, да? Так, это шарф. Шарф нам не нужен. Рот. Из чего делать рот? Из этой штучки? И вот так. Вот он за мной получился. Деревья странно выглядящие. Снежочек. Круто тут. Очень круто. Thank you.
солнышко вылезло. Пришли в кафешку, чтобы перекусить, потому что мы немножко проголодались. Да, вот. Здесь можно брать все, что угодно, и платится одна сумма. А потом поедем домой спать. Это что-то вроде самгёпсаля. Очень вкусно. Все, мы покушали и теперь едем домой. На улице капец холодно. Я не знаю, сколько уже градусов. Ну капец, мороз дает. Утром обещали минус 10. Я не знаю, как завтра поеду на работу на скутере. Вот. А вот. Все. С вами была Михо Entertainment. Ну просто Михо. Вот, съездили мы на станцию, точнее, я еще на станции. Боже, какой ветер. Вот, я до сих пор на станции, но мы сейчас будем уезжать, потому что чертовски холодно. Мы замерзли, хотим в туалет, и вот. Спасибо, что были со мной. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будет много нового интересного. Вот, всем пока!